Рав Соломон, раввин здравницы Теля Шумер. Врачи просили, чтобы Ребе молился о них, чтобы они были достойными исполнителями своей миссии. Они выполняют миссию ради многих евреев. Врачи где? В Теля Шумер. Теля Шумер, да будет им большой, сверхбольшой успех. Некоторые врачи просили от Ребе доброго с благословением. Сколько врачей? Там много врачей, но сколько Рэби не даст? Не мог сосчитать их? Как же мне считать? Там их сотни, их очень много, 20 отделений. 20 отделений. Значит, отчитаем $20 и передашь в каждое отделение по доллару. Большого успеха. Омен. Главное, чтобы копилки для цдаки остались в каждом отделении. Я могу доложить Рэбе, что в Суккот, слава Богу, прошли по всем отделениям с арбаминим и нашли новую расшифровку аббревиатуры Этрог. Полная вера, полная чува, полное излечение и полная геула. Это Этрог. А что мешает вам сказать то, как расшифровывается Этрог в наших книгах, да не настигнет меня гордыня? Это же то, что необходимо особенно врачу, который достигает успеха, чтобы не говорил он, сила и мощь руки моей сделали все это, чтобы был успех в радости и добросердечии.